Ибо всякая плоть, как лавочка, и всякая слава человеческая, как трава, как на траве. Засохла трава, и здесь трава. Я плавал, как... Да. Именно. Это не сон. Нет больше твоего и слуга. И слуги сошел из своего прекрасного тела. Нет. Я... Глупость какая. Давай. Что случилось, Интегра? Что вы сосали Интегра? Да. Что? Это переходит все границы. Нам уже не удается это замалчивать. Да, иди ты на. Лол, Алукард. Я передать вам это. Так, что это у нас? Боевой 13-миллиметровый пистолет. В нем используется новый тип шакала. Челны с таким не управится. Уверен, с этим я смогу справиться даже с Сандой. Ух ты, классная штука. Мисс Эрос, вам мы тоже подобрали оружие. Типа 30-метровая противовампирская пушка. А его кореш был ортопедиком. Ну знаешь, пациент. Короче, я то могу. Заткнись. Что? Заткнись. 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 Начальник. Братец. Братцы. Эй вы, стоять. Абракадабра. Алло, алло, слышно? Что? Ты крош, раз. Уолтер, где ты? Валидет мисс Эрос. Пройдет 4 или 5 часов, прежде чем я вкончу. Больной ублюдок. Пики дроченые или хуи точные. Меня зовут Бабай. И я самый быстрый на земле. Алло, алло, братан, братишка, слышишь меня? Не, заткнись. Я сейчас иду в подвал. Смешно. Перри Джордж пьют Перри как. Да? Я Люк Валентайн. Ваш... Заткнись! Долгие годы я так не вился. Как говоришь, тебя зовут? Люк, я мама. А теперь я покажу тебе, что такое битва настоящих вампиров? Волшебный
дело с ног. Я всего-то стрелил тебе с парочку ног. Давай, призови своих слуг. Вызывай свою форму. Скорблась. Шоу только началось. Ты чё, пища? Молчать, блядь. Я читер. Простурить.